много табличек. Скукотища. Больница. Единственное место, где тебя пытают ради твоего же блага. Если опыты врачей увенчаются успехом, для них же будет лучше. Если пациент потеряет память и забудет о лечении. Готово? Расслабься, мы уже не на кладбище. Ага, мы в психушке. Намного лучше. Хотя тому, кто болтает с призраками, тут самое место. Ты пока не спятила. Идем. Ладно, я помогу тебе войти, но... Что но? Слушай, если мы собираемся спросить Айрис про договор, это должен сделать живой человек, так? Вот и не забывай, кто тебе дверь открывает, умник. Да-да. Давай, вперед. Нам нужно выяснить номер ее палаты. Привет. Не подскажете, я ищу подругу. Сейчас неприемные часы. Да, но ее увезли копы. Ну вот к ним и иди тогда. Да, я ходила. Они сказали, она может себе навредить. Не могу помочь. Ладно. Поговори с ней еще. Попробуем понять, про что она думает. И посмотрим, что у нее на столе и на мониторе. Предположительно, это мужчина крупного телосложения. Очевидно, привычный к насилию и жестокости. Его прошлое наверняка было ужасным. И именно оно в итоге привело к полной потере личностной идентификации. Только эта подруга осталась. Прости, я знаю, это тяжело, когда ты за кого-то в ответе. Как зовут твою подругу? Айрис.
Айрис Кэмпбелл. Да, твоя подруга Айрис у нас. С ней все будет хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Подожди немного, сейчас. Мне только нужно посмотреть на монитор. Она в палате 216. Джой, нужно скорее ее найти. Ей назначили электрошок. Так, детка, путь свободен. Через 15 минут шоковая терапия. По мозгам током фигачит. Вот черт. Да уж, лучше не скажешь. Пошли. Еще одна камера, отключай. А что, если я позаимствую вертолет и оставлю записку? Видишь камеру? Я не такая невидимая, как ты. Выручай! Нужно принять во внимание то, что отец миссис Гвин впадал в ярость, если она мешала смотреть по телевизору и спортивные соревнования. Я не понимаю, как это может быть связано. Любое проявление гнева, особенно со стороны мужчин, для нее является триггером. А ну, уходи! Снова твой выход. Чтоб тут пройти, я должен в тебя вселиться. Неа, как я это ненавижу. Ну тогда сама иди. В смысле, без меня. Ладно. Не знаешь, что это за руки? Заблудшие души, наверное. То, во что превратились, если тут застряли. Или не двигались дальше, как ты. Иди дальше. Иди в палату Айрис. Нет, нет. Давай, пойдем вместе. Джой, выбора нет. Я разыщу тебя, как только что-нибудь придумаю. Иди.
Thank you.
это? Это вовсе не мое. Где я? Ты здесь работаешь? Прояви милосердие. Не могу помочь, прости. Забыл, что ли? Я нашел ее. Нужно привести сюда Джои. Мне кажется, что про нас все знают. Нет, никто не знает. Мы же просто разговариваем, так электрошока, но похоже, уже поздно. Не говори так. Ну ладно, иди попробуй вытащить что-нибудь из этой невменяемой. Айрис, не волнуйся, я хочу помочь. Не трогай мою сестру! Кажется, этот знак я знаю. Я его уже видела. Я не помню. Может, в мамином досье? Я точно такое где-то видела. Этот означает защиту. Стой! Договор? Она все помнит. Она соображает. Извини, малышка. Может, и зря я тебя сюда привел. Что за хрень? Она меня как-то выкинула? Ладно. Посмотрим, есть ли объяснение тому, что стало с этой девочкой.
Зачем эти штуки? Это что, арт-терапия, а? Нет, голубые. Голубые глаза, холодные, как смерть. У кого голубые глаза? Или смерть? Что еще за бред? Голубые глаза, волчьи глаза, стальной взгляд. Спасла Айрис, но заплатила за это жизнью. Звонарь охотится на девушек. Ну-ну, что? Что ты видел? Бедняжка. Ее спасла сестра, когда их собирались сжечь. А вот ей она помочь не смогла. Ронан? Это Роуз. Она горит. Она вселилась. Я же сказал, не подходи! Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться. Санитары. Это все, мне конец. Ладно. Возможно, Айрис это ключ ко всему. Помоги ей. Она пойдет с нами. Нет! Вы ее не соберете. Так, хочешь, чтобы ее били током? Она остается. Хочешь спасти ее? Уходит с нами. Выбирай.
никогда не привыкну к таким взглядам. Сюда, в эту арку. Там никого. Почему мои самые страшные кошмары становятся все хуже? Так, сейчас разберемся. Не думала, что вновь это увижу. Ну, что тебе известно про этот договор? Ничего. Рассказывай. Это бессмыслица. Погоди. Значит, он просто спросил, не знаешь ли ты про какой-то договор? Он не спрашивал. Хотел, чтобы мы признались, что заключили договор с дьяволом. С дьяволом? Мы ничего ему не сделали. У него не было ни одной причины так поступать. Ни хрена себе. Одну девушку он топит, а другую сжигает. И где же я видел этот столб? Короче, смотри, отведи Айрис в церковь, убедись, что она в безопасности, потом встретимся. Ладно, пошли, Айрис. Так, и каким же образом выставка в музее связана с убийством Роуз?